Здравствуйте. Сейчас хочу рассказать, как легально и правильно дома экономить электроэнергию и газ. Что я сделал? Я просто установил бойлер на 100 литров. Ну, не показывая какой марки, это не реклама. И установил такой у нас итальянский двухконтурный котел, который при включении подачи воды в трубу, открываешь кран, и он включается, котел газовый, и греется, идет теплая вода. Что мы делаем? Мы включили счетчик на ночное и дневное время. Ночью это в два раза дешевле. На ночь включаем вот так. Включаем бойлер на ночь. И ночью у нас нагревается вода. 100 литров воды у нас будет горячей. Утром встаем, кто принимает душ, кушаем, моем посуду. До 7 часов ночная еще работает, он еще успевает нагреться на день. И потом в 7 часов я его просто отключаю. И днем используем эту горячую воду с бойлера, которая в два раза дешевле нам обошлась по электрике, чем мы бы пользовались днем. Что делаем, если нам не хватает воды, этой горячей? Мы просто-напросто перекрываем здесь кран. Вот так вот. Вот так открытый. Мы его перекрываем. И включаем кран на двухконтурном котле, который летом он стоит включенный тоже для горячей воды. А отопление просто выключена электроника. Вот так у нас получается экономия. Вечером опять в 11 вечера мы включаем кнопочку бойлера, вода нагревается, и мы тоже можем принимать душ дешевле в два раза. Так мы легально экономим электричество и газ. Может, кому-то пригодится наши идеи. До новых встреч. Всем хорошего настроения. У меня городской друг в гостях, которого зовут Котя. Вот он у меня пришел в мастерскую. Котя, ласкается как, а? Он такой рады, что пришел. На тебе колбаску. Вот он кушает колбаску. Кот такой частного сектора какой-то, уличный почти. И приходит, повадился ко мне в гости. Я его на улице один раз пожалел. Он теперь от меня не отходит.